Всем привет, друзья! С вами Федя и добро пожаловать на мой 49-й выпуск под названием «Ночная сова». Сегодня мы с вами поговорим о сегодняшней прогулке и вечере. Вот. Ну что, сегодня я встал, позавтракал, вот, почистил все зубы свои, вот. Пошел вниз, бабушка сидела там, начала готовить мне кашку. Вот. Мы сели завтракать, и за завтраком бабушка мне рассказала, она тоже это видела, что за окном было очень ветрено. Да. Нет, действительно было так. Вот. Ну, в общем, мы позавтракали. Я в окно потом посмотрел после завтрака и увидел, что трамплин унесло не туда, куда надо. Все цветы на балконе были уничтожены. Ну, не совсем все, но как-то так вот. Вот, потом мы пошли гулять. Мы там гуляли, не знаю, сколько гуляли. Мы там покрутились на большой, вот, крутящейся штукенции. Я на качельках покачался. Покрутились мы с Сюзанной и Ванессой. Вот. И пошли домой. А по дороге я сказал бабушке, что... Нормально так. Я ей сказал по дороге. Нормально так погуляли. Без нервов. Вот. Все они там засмеялись. И, в общем-то, вот так вот. Приехали домой, пообедали. Да, все как обычно. Поиграли. Вот. Вот, и после игры мы с Сюзанной наконец-таки начали заниматься русским. Буквы первым делом начали учить. Кстати говоря, когда мы русским занимались, я говорил букву. Сначала мы нажимали на кнопку, прослушивали, потом я говорил букву, слово, которое там было. Вот. Вот, а Сюзанка за мной повторяла. Вот. Завтра еще один урок будет. Вот. И, в общем-то, вот так вот. Поучили мы с ней. Не знаю, как... Юлька там записывала тоже, я не записывал. Юлька записывала. Наверное, она тебя отправила. Пап, да. Вот. Это хотел пить и случайно абсолютно выпил Юлькину кока-колу. А бабка начала орать во всё. Зачем орать? Просто хотел попить. Она орёт. Дебилка. Вот. Что мы сделали там. Потом я начал отдыхать. Завтра Сюзанка с Ванессой, кстати, по пойдут. Вот. Ну и, в общем, вот так вот. Всё мы там... Сделали. Роджер опять выиграл пирог в лицо. Вот. Ну, в общем-то... Собственно... Ну... Вот
потом пошли мыться. Вот. Ну и, в общем, собственно, все. Вот. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайк, если хотите еще ночной с собой. Всем пока.